Гайдайские ребята, меня зовут Флавиус, и ай, на нас нападает мумия! Получайте! Все, мумию получили, бац! Ребята, я думал, тут водичка! Ай, да, действительно, тут водичка, но тут еще и матрасики нам подставили, чтобы мы не утонули! Ой, ребята, кто любит кататься на матрасах летом на море, поставьте лайк! Уху! Так, ну что ж, пальмы. Интересные пальмы здесь, ребята. Мы находимся в Египте, где есть мумии. Вот так вот мы их сейчас всех уничтожим. Вот и будем проходить. Ой, крокозябра, ребята, смотрите. Получайте крокозябра. Ой, ребята, смотрите, если его перевернуть на животик, он еще не погибает с одного раза. Ой. На тебе. Крокозябра такая. Вот так вот, получай. Так, монеты. Монеты собираем, забираем все и уходим отсюда побыстрее. А ну-ка, бац. Ой, сейчас перевернется, ребята. Ай! На! Да, вот так вот, обдурили мы дурачка. Так, ой. Так, ой, рыбка там, видите, еще была. Ого, ребята, рыбка. Оп. Так, бац, прыжочек, кувырочек, получай, крокодил. Оп, есть, так, вот эти штуки, ребята, нам обязательно нужно пройти. Ой, они жесткие, так, опа, так, уничтожаем крокодилов, и все у нас получилось. Ху-ху-ху. Но было непросто, так. Что тут? Просто то, что нам нужно наверх. Опа, ящички упали. О, прикольно, ребята, смотрите. Ой, летучие мыши, получайте. Нате вам. Так, на тебе, крокодил. Так, а тут у нас... О, сердечко, это замечательно. Пауки и мумии, ребята. Это же просто невероятно. Вау. Кстати, на древних иероглифах, смотрите, ну там... В принципе, тут понятно, изображены какие-то коровки, какие-то змеи вон виднеются мне, и какие-то квадраты, наверное, древние предки наших современных квадратов. Ой, и они, видимо, не хотели, чтобы в их гробницы, ну, все, видимо, по всему это гробницы, потому что здесь хранили фараонов и мумии, теперь, ребята, они восстали, и теперь, ой, против нас, стоп, опа. Так, ой, мы могли такое тут пропустить. Смотрите, ребята. Так, а ну-ка, давайте эту штуковину нам нужно подвинуть. А ну, давай. Есть, подвинули мы ее. И это секретное место, оказывается. О, ну это уже, это круто. Так, мы нашли секретное место. А, ну сюда, наверное, надо было сверху как-то попасть, да? Да, видимо, ага. Видимо, вот сюда и нужно было... Ой, пройти. Фух. Да, и мы это сделали. Так, ну и теперь вот все, смотрите. О, смотрите, классно, ребята. Опа. Так. Ой. Ладно, этот камешек нам бы пригодился, конечно, но мы его утратили. Сколько здесь мумий! Вот это да! Вот, получай! Есть! О, а вот тут уже, конечно... Опа! Ай, надо успеть, ребята, надо успеть. Оп! Ага. А как же нам успеть? Угу. Нужен камень, видимо, тот, ребята, так что возвращаемся. Так, оп. Все, теперь возвращаемся обратно. Все-таки, видите, его можно так вот продвигать. Оп. Так. Все, камень, смотрите, куда аж полетел. Так, все, теперь сюда его. И вот, ребята, вот. Есть, мы нашли нычку, ребята. Да, отлично, мы нашли тайное место. Ну, мы и молодцы. Так, и теперь мы на эту вот платформочку. Все, шарик. Ого, шар какой, ребята. Вот это да. А ну, получайте, мумии. Все, кто там находится. Вот так вот, ребята. 700 очков мы заработали за то, что подряд уничтожили всех. О, смотрите, тут еще мешочки. Вау, вот это круто. Так, все мешочки собираем.
Так, а ну-ка возвращайся, лифт. Сейчас мы на тебя заедем и поедем и дальше. Тук-тук-тук-тук-тукс. И есть, есть, есть. Так, хи-я. Так, ой, золотые монетки. Вот эти нам нужно тоже как-то поднять. Ну ладно. Опа. Ой, ой, я думал, это паучок, ребята. Нет, ай. Это же невозможно просто так проходить тут. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. И все есть. Тут монеты. О, сердечко, отлично, то, что нам нужно. Тут что-то было еще. Ой-о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 й. Сколько здесь паучков, это же просто невероятно. Так, получайте еще один камешек. А че, куда нам его нужно? Наверное, туда вниз куда-то. Так, ну допустим... вот кнопочка тут. Я понял. Ай-ай-ай-ай-ай. Нет-нет, шарик, нам нужно этот камешек вот сюда приволочь, так. Вот сюда, отличненько, отличненько, я говорю. Вот, все, хорошо, ну погнали. Вау, а я думал... Колючки, ой-ой-ой, шипы, ребята, колючие, колючие, ай-ай-ай. Так, сейчас тут все взорвется, и мы пройдем. Так-так. Ключики наши. Эй, ты не ключики, это монетки наши. Все, заберем их. Так. И погнали. Итак, ребят, ну что ж, посмотрим на наш рекорд. Все, так. Эх, почти 3 звездочки, ребята. Невероятно, почти 3 звезды мы заработали. Эх, так, ну... Было бы, конечно, намного-намного круче заработать больше звезд, но, увы, увы, у нас не совсем получилось. Так, но, по крайней мере, смотрите, секретные комнаты мы нашли, монеты почти все собрали, но вот пропустили там немного-немного монстриков, ребята, мы пропустили. Но это не страшно, поскольку... В принципе, мы можем еще раз будем проходить и, так скажем, на идеальное прохождение все это делать. Поэтому, ребята, поставьте лайки, подпишитесь на канал, если вы здесь впервые. Ну а с вами был Фулавиус, Адиос Амигос.